Добрый вечер, дамы и господа, с вами Ахиллес, Twitch-канал GameFanCool, и мы продолжаем играть в Dark Souls 3. Итак, почему я оказался здесь, на обветшалом мосту, и мне нужно забрать кольцо серебряного змея, по-моему, оно так называется, чтобы, когда при убийстве противников, я мог больше душ не забирать. Вот крыса какая-то у меня тут, на самом деле крыса. Прикалываюсь, блин. Так, долбанул меня. Понятно, так. Пошли через канализацию. Будем говно месить тут. Угу. Проскочим. Проскочим. На выход. Ох, тварь какая-то. Готово. Дочь Попова. Так, идем дальше. Валим от крыс. Ах ты! Сраку укусила. Так. Итак, нам нужен вот этот верхний лифт. Ну мы сейчас кое-куда будем прыгать. Вот сюда. Оп! На-най-най. Есть. Вот это я спрыгнул, блядь. Вот это молодец. Просто красавец, блядь. Ёпта. Да. Ловкий ход, задний проход. Так, идем дальше. Так, ну что, крысу не будем трогать, сразу свалим. Валим, валим, валим. Отлично. Вот это я отмочил. Сам себя в жопу загнал. Что это, блин? Там за чучело за мной гонится. Скелетон. Смотрите, с какой скоростью ты бежал. Вы видели? Хрен смотаешься от него. Да. Ну вот здесь, конечно, я сам себя удивил. На ровном месте взял. Блять. А мы ждем следующий. Так. Где у нас она есть, эта штука? Вот она. Оп. Хоп. А я не помню, тут-то я все пособирал. А, давайте соберу. Так, там-то больше у нас ни хрена не было, да? Тут какой-то... А, нет, тут выхода нет, понятно. Ну ладно, валим тогда туда. Тут ничего, да?
Здесь, я помню, тогда мы грохнули демона. С этим, с человеком луком. В таких доспехах дебильных. Так, нам надо подниматься сюда. Так, сейчас две твари тут будут. Вот первая и вторая. Блять, тварь ебан! Дергается, лежит, блядь. Так. И две еще наверху, тут две жирных коровы. Которые типа, бля, вон не стоят. Ой, твари, как они меня бесят. Просто да вы невыносимости. Блядь, посмотрите, сука, поймала все равно, мрать. О, блядь, дура ебаная. Да им сюда не подняться, блядь. Они слишком здоровые жопы. Так. А где кольцо зеленого змея? Оно, по-моему, где-то там было. Давайте поднимемся сюда. На ютубе-то я видал, оно тут где-то валялось. А куда оно делось? Полагаю, если бы я его брал, оно бы у меня уже было. Но его что-то у меня нету. Так, это что такое? Максимальное здоровье, при низком уровне, полное здоровье, физическую атаку. Так, а что у нас тут? Кольцо красного укуса. Нахрен, нахрен, нахрен. Добавляет ячейки заклинаний, задницу. Атаку. Власти над огнем. Эй, а где здесь кольцо зеленого змея-то, Да. Тут у нас нету ни хрена. Тут меня обделили, что ли? Получается. Давайте я все равно сюда вот спрыгну. Посмотрю уж. Наверняка. Ну, серьезно, нет, вот здесь должно было быть. Ай-яй-яй, обманули. Обманули. Видать, с каким-то обновлением они его убрали. Ну-ка, Федя, дай-ка мы тебя подстрелим. Нет. И это что такое? Вот он. Блять. А вот. Так, что тут у нас? Бледный язык, замечательно. Бледный язык нам нужен. Так, посмотрите, какой у меня наряд крутой. Я нарядился в этого. Доспехи рыцаря Лотрика. Так, ну что, раз уж здесь, пойдемте этих баб толстых передолбим. Куда я иду? Туда? А где что-то кольцо-то? Ни хрена нечестно. Блин, они меня сейчас завалят, наверное. Пощекотать нервишки.
Блядь, вы откуда взялись? Ладно, ну нахер, пойдем отсюда. Или может их все-таки завалить надо было? Больше тут нигде нету. Ну давайте слазим. Хер с ним. Убьют, не убьют. Как он, как они быстро-то, а? Какие они ловкие ребята. Ха! Прям ловкачи. Гасающая душа. Еще один Федя. Давай. Ловушка, понятно же. А, здесь я вскрывал этого. Толстухи! Толстухи! Идите сюда. Я вас пересчитаю. Хо-хо-хо. О, идет, идет, идет. Иди, корова. Слезай, жирная. Одна, давай, иди сюда. Какой нервы упитанной бабло, блядь! Блядь! Хо-хо-хо! Блядь, ну как же она так меня зацепила-то, а? Жирная тварь! Завалить ее! Одну завалили. Вторая рядом, блядь. Свои в меня эти херни. Корова! Получи! Ха-ха-ха! Блядь, из-за них что-то мне ни хрена не дали. Я имею в виду этих вот. Никаких этих штук. Ну пойдем, может сейчас появится, блядь. Может надо было этих передолбить. Так, тут у нас ни хрена нету, да? Нету у нас тут ни хрена. Обидно. Может сегодня здесь по всем локациям порыться, все, забрать то, что я не забрал. Наверное, много чего упустил. По доскам прыгать по каким-то ёбах. Там внизу что-то валяется. Давайте посмотрим, еще здесь покрутимся. Тут, наверное, все пособирал. Угу. Ну что, тогда надо сюда. Надо попасть с разгона вон туда, получается. Получится у меня. Фу, блядь. Получилось. Спрыгивать осталось теперь сюда, да, ну давайте. Ну. Одеяние из миры, перчатки из миры, штаны из миры. Мне кольцо дайте, змея, блядь. О, ну-ка тут чё? Зеленоцветом в жопу! Блять! Что за кольцо с зеленоцветом?
Где оно, блядь? О. Скорость восстановления выносливости. Ладно, это давайте поставим сейчас. Вместо чего только поставить. Вес оставим. Атаку оставим. Увеличить максимальное здоровье. Давайте вместо этой хуйни. А где ж тогда это-то, блядь? Ладно, давайте обшарим здесь все локации. Найдем мы это кольцо, блядь. О, тварина, блядь. Корова. Там еще какие-то внизу ходят черти. Слава, свет. Что опять за херня? Слава, свет. И нихуя тут нету, блядь. То ли я тут уже был, блядь. Я вообще тут нихера не пойму, что тут пропасть, что ли, какая, блядь. Ну, пойдемте. Здесь тоже нихера. Через это только спускаться. А здесь корова! Ай! Здорово! Толстушка! Оп! 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 Ух ты, мрать! Жирная! Жирная так! Я этого завалил заодно тут же. Тут где-то надо подобрать еще кольцо какое-то, которое эстус у меня увеличивает. А, ну тут мы были с вами. Впереди вероломство, блядь. Да будет рычаг. Какой, блядь, рычаг-то? Ну а где рычаг-то, блядь? Рычага-то я не наблюдаю, ребята, блин. Хуй знает, совсем, блядь, запутали меня. Рычаги какие-то, блядь. Нет, надо все-таки здесь еще походить. Пойдемте, может, мы найдем, блядь, все-таки эту кольцо, блядь. Иди сюда, крестьянский сын, блядь. Нихуя ты крут, блядь. Как у тебя вилы... Ай! Ну как же, блядь, я же щит поставил, уродец, блядь. Нихера. Нихера. Кабель, блядь. Есть кто-то, блядь, желающий? Нету. Так, давайте вверх сходим. Тут уже, блядь, рычит, вот он сидит. Тут что? Впереди клад. Так, атака из засады, блядь. А кто тут меня из засады уебет? Вот кто, блядь! Вот кто, блядь! Да нахрен мне эти, блядь! Кольцо мне змеи дайте, блядь!
Вон он стоит один, чепушило, блядь. Да тут что у нас? Я? Ну давайте вот с этим поздороваемся, блядь. Ага, привет. Пизда ему, валенок, блядь. Ну хоть бы осколок титанита дал, блядь. Где тут? Вот здесь где-то... Вверху тут эти ебаные разведчики, блядь, сейчас стрелять в меня будут, блядь. Поэтому давайте мы сейчас здесь сохранимся, зайдем. Вон, видите, лупит уже, блядь. Уже лупит. А кто падла, блядь? Кто по мне зарядил, блядь? Да брось ты так хуйней заниматься, блядь. Ничего. Ничего, давайте зайдем. Так, вот я не помню, у меня, блядь, на этой локации-то еще полазить. Давайте здесь еще пошаримся, может, что правда найдем, блядь. Где же я, блядь, упустил? Давайте сейчас чертей вот этих мы перемочим. Сел. Вон он стоит. Сели. Так, пироманта мы освободили с вами, да? Тут я уж просто не помню. Наверное, блядь. Так, тут мы все взяли, все, что нам нужно было. Так, лучников переебашили. Так, здесь просто можно спрыгнуть, да? Спрыгивать нам не надо. Короче, осторожно наверху, блядь. Вот можно здесь спрыгнуть. Ну-ка, вон, если там я сейчас спрыгну. Ну, посмотреть тут еще что есть. Это вот я завалю сейчас по-любому волка, блядь. Давайте здесь. Так, то есть получается у меня уже три бледных языка, да? Ну спустимся, поздороваемся, на честный бой с ним выйдем. Давайте на честный бой. Еще нету? Нету. Эй, чудо, я вызываю тебя на честный бой. Ты почти попал. Да, быстро мы его убрали с нашего пути. Так, там просто душа. Ни хрена нету. Ни хрена нету. Ну что, тогда отправляемся сюда. Так, вот тут мы с вами были, да, там. Лазили там. Так, здесь сейчас будет этот с мечом, блядь. Вот он. Блядь, меч больше тебе здесь. Ёб твою мать, блядь, уродец ёбаный. Да ёбту, блядь. В дверях, блядь, запутался нахуй. Яне. Подъем. Хо! Брюху спороли. Второй, где тут еще один? Вон он. Чертей, бля, маленьких. Ну мы тут, по-моему, все пособирали. Все, что можно. Ага.
Ах ты, тварь. Подрезали волка. Проститутка, блядь. Пидорас, блядь. Ух ты, маленькое уёбище. Сейчас в спину мне въебашит. Точно, блядь, так и знал, нахуй. Мурло ёбаное, блядь. Где этот петух, блядь? Пизда тебе, Федя, блядь. Второй еще, иди сюда, блядь. Чудик, блядь. Потом я сухую поднимусь тут, блядь, наверное. Ну ничего, падлу придется убить, нахуй, волка, блядь. На, поднимемся, все нормально. Так, я там что-то видел. Ты-то откуда взялся, блядь? Сейчас мы здесь осмотримся. Сведение, слезы, блядь. Так, что у нас тут? Блять, косточка возвращения. Да ну вас нахер с вашими косточками возвращения, блядь. Там я в ковенант вступал уже, походу. Давайте попробуем еще там, что там с ним. Попиздимся, блядь. Эй! Боец! Оу, давай! Милей, на честный бой давай! Силен! Ох ты, пидор, блядь! Блядь, полоснул меня здорово. Так, вот тебя надо нам ебануть, друган. Блять, тебе только срубать, блядь. Блять, да ёб твою мать! Где мы находимся? Так, где эта хуйня? Ну срубить я его срубил. Блять! Блять! Так, перемещаемся туда сейчас. Срочно пока на другой костер. Потом сюда вернемся. На мост на этом, блядь. Погнали. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Бежим, нам нахуй никакие крысы не нужны. Никакие крысы нам, блядь, не нужны. Гонится, падла, за мной, да? Скелетоны, крестьяне. Ну вас нахуй, ребята. Ну вас, блядь, нахуй. Ой! Там одни крысы, блядь. Вот эти призраки тут попадаются, блядь, пугают до усрачки нахрен. Да, блядь. Так, где-то мы тут свалили, да, наши души где-то тут должны валяться. Ну, блядь. Свалился-то я оттуда, с этого камня, блядь. Блядь, только не говорите, что там все осталось, нахуй.
Блять, ну правильно, все здесь должно валяться-то. Я просто охуеваю, блядь. Ну что, мне надо теперь наверх туда ебашить, блядь. Пиздец. Блядь, просто пиздец. И, блядь, я видел же, как она свалилась-то, эта хуйня, блядь. Давайте с петухом разберемся. Ждал меня с другой стороны, дружок. Попал почти, блядь. Доставай свою бензопилу, блядь. Это круто, блядь. И раз, и два, блядь. Осколок титанита, о, блядь. Разжились хоть на осколок титанита. Короче, мои души проебали, блядь. Там еще третий петух стоит, вон он. Тут у нас нет ничего. Вот только собаки, блядь. Сейчас вот здесь еще один стоит, блядь. Не, нет, нихуя. Не знаю, где он. Не меня ждешь-то, а? О, проститутка, блядь. Здорово. Ой! Вот твари, блядь. Здесь жирное будет. А где твоя здоровая эта подружка, блядь? Ух! Сильно, блядь, бродяга! Еще проститутка одна, блядь! Ни хрена нам тут не дали, ни хрена. Что ж, тогда нам надо опять на тот костер. Душ-то надо как-то возвращать, блядь. Вон там штука-то меня это очень интересовала, бля. Где я был-то? Подножие утеса. Сейчас у меня есть бледный язык, я же могу сейчас переиграть все эти спокойно свои, как их называть, навыки. Но пока не будем, ладно. Так, что нам здесь нужно? Нам сейчас нужно здесь... Да, в принципе, нам можно их и не уничтожать, этих чертей всех. Ну, давайте долбанем и пойдем дальше. Спокойно, со спокойной совестью. Опоздал. Опоздал. Сам виноват. Опять опоздал, блядь. Что за хуйня не та, блядь. Не пойму. Вон не ходит еще, блядь. Давай там. Киборга, блядь. Сейчас маленький этот. Чудик, блядь. Крестьяне. Крестьяне.
Да ладно тебе-то куда? Сиди там, ёпта. Штаны дадут, блядь. Мусор, ёпта. А чего еще от вас ожидать, блядь? Дайте вызову, блядь. Может, здесь, где души остались мои, блядь. Надо души-то искать. Там висит пидор, блядь. Живой, сука, а? Я же ему ножки подрезал, блядь. Его комариные, блядь. Сейчас. Бах! Качил. Здорово, стрелок. Еще тут два, блядь, муфлона сидят, ебаных. Пидор, блядь, попал, сука. Иди сюда, Митюша. До свидания. Тут нихера у нас нету. Так, пойдемте искать. Мы там должны были, блядь, это. Вон там, возможно, души наши остались. Где он тот ходит? Чертополов, блядь. Где-то, где же эта хуйня с эстусом валяется, блядь, чтоб не улучшать, улучшалки делать. Так, вот они висят, и души, блядь. Эй, Федя. И души. Ну что, надо опять туда пилить. Все-таки та хрень нам нужна. Пойдемте. Не надо, не надо. Со мной драться. Потом я к вам вернусь. Меня сейчас другая задача интересует. Мне надо, блядь, прыгнуть вот сюда. И залезть вот сюда. Отправиться на обветшалый мост. Ну как, проще через катакомбы, наверное, опять. Да, так, наверное, и сделаем. Вот, серебряное кольцо жадного змея, блядь. Вот где оно, блядь? Вот оно мне и нужно. Все, по-моему, пособирали. Ладно, тут у нас. Можно сейчас открыть этот. 20 тысяч набрать душ. На самом деле это не так все просто, блядь. Да пропусти меня, ебаный ты урод. Бегут черти, блядь. Так, ну наконец мы посмотрим, что там сейчас находится в этой хреновне.
Блять, ну и где? Вы точно свалилась же, блять, сюда. Блять, ну вы, ребята, прикалываетесь, блять, а? Или, блядь, мне нужно обязательно отсюда стрелять? А, ну да. Тут же, наверное... Вот, придется, конечно. А, тут же я же начинаю локацию заново, блядь. Когда по кострам-то перемещаюсь, точно. Ёптать, я и забыл, блядь. Так. Пробуем. Да ёптать, поменять этот... Так, давайте как получше нам подойти. Наверх надо. Еще чуть повыше. Не ту скинул, что ли, блядь? Блядь, ребята, ну вы даете нахуй, а? На самом деле, блядь. Просто, блядь, охуеваю я. Каждый раз вот, блядь, охуеваю, блядь. Ну все, пиздец, там, блядь. Да ёб твою мать. Ну правильно, я же сбил, блядь. Она должна была сюда свалиться-то, блядь. Все, больше тут же нету нихуя. Она, блядь, там осталась. Ну и как мне, блядь, тогда теперь туда добраться без костра? Ладно. Здорово, бочка. Попал. Ёбаный, еще один хмырь бежит, блядь. Осколок титанит дашь? Ну и хуй с тобой. Блядь, теперь надо без костра туда мне херачить-то. Ах ты падла, блядь! А без костра тогда надо вот здесь пробежать, наверное. Вот на эту хуйню забраться, блядь, хребет, блядь. Надо с кем, с другом поговорить. По душам. Ебись, ты меня пристанул, дружище. Моя очередь, может, теперь. Блять! Есть. Фу, блядь. Силен ты, Федя, блядь. Побежали, сейчас меня будут обстреливать, блядь, эти лучники ебаные сверху. О, мне ебашут уже, блядь. Так, здесь этот, блядь, орангутан ёбаный, блядь. Пошел вон, болван. Крестьяне, крестьяне. Бочину ему, на, нахуй. Пошли опять к этим сухникам, нахуй. Где еще два суслика? Один. И второй. Да ёб пидор, блядь! В жопу, блядь, падла, воткнул мне, гандон. Куда ты собрался, пидор, блядь? Не, друган, вам не уйти, блядь. Не сбежать, сука, наказание, блядь. И второй еще, где, блядь? Где эта маленькая
Гандоша, блядь. Сорвался, блядь. Ну иди сюда. Недостойный, блядь. Лежит вон эта хуйня. Ну удастся нам все-таки посмотреть, блядь, или нет? Нахуй, что там наконец-то, блядь? Разобраться, блядь. Дай сколок. Ну, после стольких трудов мы сюда добрались, блядь, до этой штуки. Что это? С огненным камнем. Ну, давайте посмотрим, блядь. Где мне нужна эта хуйня? Где она с огненным камнем, блядь? Вот она. Увеличивает поглощение урона от огня. В жопу, блядь! В жопу, блядь! Мне где зеленый змей этот, ебаный? Или серебряный какой там, блядь? Ладно, пойдем дальше потрошить, блядь. Так, у нас, ребята, душ много набралось. Надо бы нам сгонять все-таки в этот... Еще надо, блин, пару тысяч бы, блядь. Сейчас мало дадут за вас. Вот там их, блядь, множество, блядь. Давайте пока вот тут покромсаем. Падла, блядь! Дедухи, блядь, ёбаная сука! Окружили, блядь! Сходить сюда. Этот петух швыряется, гандоша, блядь! Блять, мало дают за этих волков, мало, блядь. Ни хрена нету, надо вниз падать. Серп что ли взял какой-то? Так. Там мы не были с вами. А, тут суп есть, да. Здесь мы были когда-то. Давайте установим себе. Здесь мы вроде все собрали, все, что можно было. Да. Ладно, туда мы пока не пойдем. Давайте еще вот здесь пройдем. Ну, на крайняк можно использовать косточку возвращения, бля. Ах ты, петушок. Так, привет, друган меня тут приглашает в тусовку. Сейчас, секунду.
О, написал. Так, ну что, идем дальше. Что-то он меня запутал, бля, куда я шел-то? Вниз, наверное, да? Вот тут вот тяжело, пока мы сюда не пойдем. Значит, лучше вверх сходим. Сколько у меня, ну все равно у меня мало, блядь, 9 тысяч. Она. Ну да, ну мы, в принципе, сюда и вышли. Вот здесь бы покромсать этих волков. Самое главное, здесь жирную сейчас завалить. Ладно, корова, пойдем-ка поговорим. Одна, одна иди, без братвы. Валим. Блять, у тебя помощник там идет, крыса ебаная. Так, просит сейчас в тусовку. Ладно, сейчас зайду в тусовку. Так, давайте пока мы убежим. Так. Так, теперь мы куда рвем? За толстушкой? Блин, или не надо рисковать? Одна бы она сюда попала бы. Привет! 100 лет тебя не видал. А я тут то занят, то дела, то еще чего. А почему? Чё такое? Да конечно, включайся. Окей. Давай, врубайся там как там. Тут мы трубили. У меня уже там пушки новые добавили. Такую ракетницу, которая может фултонить. Прикинь, короче, стреляешь в цель, она его зафултонивает. Просто тупо. Это на ходу прям сразу? Да, на ходу. Можешь стрелять прямо от цели, а на ходу. Блин, а? Не, блин, это я не тебе, я тут это... В Dark Souls играю, меня тут пырнули вилами крестьяне, блин. А ужас. Как уже профессионал по этому... Dark Souls? Да ладно тебе, брось ты. Ой, я вообще не знаю, куда я сейчас залез тут, блин. И пистолет добавили. Ага. 10 класса 11. У него проникновение на максимум, как у снайперки, самая мощная. На максимум проникновение, понимаешь? Ага. Вообще на танки можешь пробивать. Пистолет даже танки можешь пробивать. Ну а там что, какие соревнования есть по Metal Gear-то? Да. Ну давай, вот так бы срулил бы ты там. Ты там чемпион уже. Может, что заработаешь? Там призы какие-то дают. Алло? Что-то отключился. Алло? Да-да. А, ты тут? Я говорю, мог бы в этот-то
на соревнования рвануть, призы зарабатывать. Ты имеешь в виду Metal Gear? Угу. Да, тут новое соревнование, новые гранаты добавили еще. Добавили гранаты, знаешь, какие? Которые электричеством бьют, типа ты кидаешь, они электричеством бьют. Охренеть. И ты, чем дальше ты прокачиваешь их, то чем дальше они будут, дистанция небольшая будет и урон. У меня на максимум прокачаны эти гранаты, у меня они 12 класса. Они вообще всех моментально вырубают теперь у меня. Понятно. Да, радиус там 50-100 метров радиус. Ну стоит, они прикинь сколько, последняя тем более граната, которая там 12 класса. Сколько? Знаешь, сколько она стоит? Сколько? 12 класса. Стоит 30 миллионов и надо по миллиону ресурсов каждых. Блин, мне что-то тоже в Metal Gear захотелось поиграть. Но я сейчас попозже стрим за... Уже 100 лет не играл. А знаю, есть такая фигня такая в Metal Gear. Такой, типа, ты покупаешь, там ставишь где-то его, и потом нажимаешь на кнопку, можешь с того места далекого телепортироваться прямо на то место, где поставил этот портал. Да, хрен узнать, по-моему, не знал я такую. Стоит 8 миллионов. Короче, много всего соревнования всяких добавили, там, события всякие. Новую снайперку молоток добавили, блин. 20 класса, то есть 15 класса, ну а этого Бреннан 15 класса и молоток 20 класса, 20 класса молоток. Там все на максимум, моментально там все на максимум. Она скорострельная, очень как автомат стреляет. Понятно. И она танки пришибает, теперь выстрел на насквозь, все танки может пробить. Она 10, 20, 30 танков может намагаем пробить насквозь с одного выстрела. 20 танков? Да, 30 даже. Круто. И плюс она еще скорострельная, как автомат. Но стоит она, правда, очень прямо вообще. 30 миллионов и ресурсов по 5 миллионов. Там каждый ресурсы по 5 миллионов. У меня еще такой нету, у меня там еще надо накопить на такую, ну как бы. А там нужен уровень максимальный, но у меня как бы максимальный уровень всех отрядов. Понятно. Там нужен уровень, там, ну, ресурсов много, там ресурсов не хватает этого. Ценных материалов не хватает. Уже 5 миллионов. У меня 3 миллиона всего лишь. Ну, видел в Ютубе видео, как она прошивает танки. А, не видал вот это, не видал так. Да, пойдем. Тебе-то такой копить. Ну, конечно, да. Я, кстати, давно, там мою, может, базу разбомбили уже, наверное. Там нет в Ютьюбе-то. Ой, в этом. Я охранял там. Я охранял твою базу, никто это не... Спасибо, да. Ее раздолбить только ты можешь там. Сколько я в тебя тогда всадил этих патронов-то обоим? 7 магазинов. Охренеть. И, небось, ты уже еще прокачался круче. Да, я еще там броня 20-го класса. Добавили новую. Так, ну сейчас вообще... я еще полчасика поиграю в эту, как в Dark Souls, и тогда, наверное, перейдем с тобой в Metal Gear порубимся. Сейчас я так чуть-чуть тут погоняю. И как раз покажу тебе на приснись к тебе туда. И тоже присняйся там, я на твою базу зайду, покажу, как это поутонится, может ракетница это. Она имбовая, сразу говорю, она может игроков на бегу выгонит. Ты там на базу ты кто-то напал, сидишь там наверху, такой он останавливается, стреляешь, бам, его нету. Тебе, думаю, там нужен 40-й уровень, думаю, там 40-й уровень у тебя есть. А я не помню, даже какой у меня там, я все, поднимался там. Я уже даже забыл, какой там уровень у меня. Ну ладно, зайду сегодня посмотрю. Так, сейчас я тут попрохожу. Немножко. Бронька вообще, она такая тащерская, она вообще. Ты можешь пробежать, тебя будут стрелять с танков, вертолетов, с
не знаю, истребителей даже, там не знаю, снайперов мощных. Ну, не самые мощные, конечно, там, которые 20 уровня молоток. А там, ну, она, короче, может вообще все выдерживать. Я протестировал уже, она такая убогая, там не знаю, сколько магазинов надо в кайф садить. Тебя, думаю, патронов меня не хватит садить, чтобы вот такую броню 20 класса. Вот сейчас стрим смотрю, бегу с этой броней такой. Понятно. Аченька, наверное. Тоже будешь стримить на Дугир? Ой, даже не знаю пока. Пока, наверное, не буду, потому что я там уже все забыл совсем. Я сейчас посмотрю там, что к чему. И, наверное, потом буду. Ну, не сегодня уже, наверное, может, завтра. Вместе с Dark Souls. Я и Dark Souls бросать не хочу. Выбил золотую себе, именно жетон золотой Снейка выбил. Выбил, да? Да. Молодец. Короче, у меня все жетоны есть, почти. Только один нужен еще. Молчунья золотая. Именно жетон молчунья золотой. Чтобы открыть, там надо, по-моему, то ли... Где-то 500 или 600 побед надо одержать, на когда на той базе попадает. Надо на 400 побед с чем-то. Именно когда на той базе нападает, там 400. Максимум 1000, по-моему. А вот все в общем, там, когда нападаю на базу кого-то, там, у меня там, по-моему, 3000 побед. 4 даже. Ну-ка. Понятно. Так. Опа! На мою базу напал кто-то. Кто это? Посмотри, кто там слазит. А он вообще издевается, что ли? У него даже уровень очень маленький. Он ничего не сможет с моей базы сделать. Да это он перепугал, наверное. А чё мы именно на мою базу? Он там ничего не разнесет, у него очень маленький уровень. Знаешь, у меня такие бойцы есть, которые... такой костюм, типа, у них когда тебя замечают, они становятся невидимыми. Mm-hmm. Камуфляж такой специальный. Да, камуфляж такой, это на 10 классе гранитом. А еще сабель 1-2 класса, там у меня есть максимальный уровень. Там даже рапида нет, замедления нету. Там когда замечают тебя, они вмиг замечают и становятся невидимыми. Mm-hmm. И убить их очень трудно. Даже если у тебя там автомат какой-нибудь первого уровня, пятого, неважно. А там надо несколько бомб садить. Вот со снайперками себе будет обычно нападать, когда напасть. 10 класса снайперками, то там звук выстрелов так. С трех, даже иногда с 5 там, когда максимально прокачаны. Понятно. А так у меня 3500 солдат на базе, это максимум. Вот сколько ты можешь иметь солдат на базе. И все, наверное, какие-нибудь эти S, да? S++? S++, все S++. Понятно. Тебе-то такого, как я, очень далеко. Очень далеко. А как думаешь, если бы ты на мою базу напал, я тем более смог бы, пришел на защиту базы, кто победил? Если бы ты бы снял защиту базы, я бы пришел бы? Нет, типа... Ну да, и, типа я снял бы защиту, ты пришел бы на мою базу и было бы ПВП такое, кто победил? Да ладно, брось, то я бы с тобой бы не справился, ты что, ты профи в ней. Я тебя с одного выстрела гранатометом оглушающим, даже там не вот знаю. Вот я и про что и говорю, да. Даже выстрел со снайперки, разок и все, прямо в ножку попаду. И разок и все, готово. Да, мы с тобой реально давно не беседовали. Угу.
Да тут тоже то дела, то праздники были, тут я уезжал. Defense successful. Взять себе пистолет, который можешь еще в танке пробивать. Пистолет в танке прошибает? Ну круто вообще. Да. А вот эта граната, которая электрическая, она как Эми работает. Эми бомба, знаешь такую? Слушай, что-то не помню. Такая, когда активируется, там все машины выводят из строя. Ну я представляю, да, что это такое, да, но я там не видал ее. Это с обновлением, что ли, появилось, да, с каким? Да, с обновлением, недавнее, которое. Там кидаешь в танк, я кидаю в эту гранатку, в танк, просто останавливается на некоторое время все. И пультуем его с ракетницей. Понятно. Это отличный способ, кстати, этой ракетницей можем машину футонить. Так можешь тебя машину фармить. Ого, у меня 80 уровень охраны, нифига себе. Да уж. Они такую фигню добавили. Типа, когда ты маленький игрок, типа ты уровень маленький. Там, по-моему, на 20 уровней меньше становится защиты. Понятно. Вот недавно такую фигню добавили. А я тут все ищу и бегаю тут по локации кольцо серебряного змея. Тут специальная штука такая нужна мне. И не знаю, где она там, где в Ютьюбе посмотрел, где она должна быть. Уже там нету его. Может, его с обновлениями пофиксили, убрали. Хрен его знает. Может. А, я могу тебе тоже помочь прокачивать. S++. Мне надо иметь флешку для этого. А, флешку? Но это да. Не читерство никакое там. Ну как бы это, как тебе сказать? А то забанят меня нахрен. Они не банят, кстати, за это. Вот у меня друг, короче, он таким фигней занимается, флешкой сохраняет солдат. У него крадут 20 солдат там, например. Где-то не важно 200, там крадут не важно сколько солдат. Mm-hmm. Он берется, загружает сохранение, у него остаются все солдаты, которые крадены. У него, у кого украл, остаются, у него тоже остаются. Ну хрен узнает. Так, сейчас, тут я с одной справиться мне надо. Там знаешь, какую фигню делай? Например, я унижу вот свои базы, уровень охраны там на 0. Ставлю там, например, 46 солдат, например. А ты берешь там какой-нибудь дробовик, оглушающее оружие, которое не летальное. А там, ну, чтобы у тебя был максимум бутон, тем более вот эти порталы, которые... завалили меня, ёлки-палки. Лучше, что было. Ты берешь, оглушаешь их, там усыпляешь, крадешь. Доходишь до сам максимум там до доходишь до самой финальной той базы, где там мало солдат, оставишь одного, будем поднимет тревогу, потом вырубаешь его, утонешь и забегаешь эту дверь. И вот так можешь делать, так они у тебя будут натрепать там 3 дня реальных, пока не сунутся в какой-нибудь отряд. Сохраняешь на флешку, чтобы тебя не украли их никогда. И все, вот так вот с таким способом можем. Понятно. Могу помочь тебе, если хочешь. Ну ладно, я потом тогда посмотрю. Если хочешь, там свистни, я помогу. Хорошо, спасибо. Так.
Оп, опять напоролся на засаду. Так, ну ладно, сейчас я тут еще, сейчас время, сколько у нас? Без пяти, девять. Сейчас еще немножко поиграю тут, я тут хотел пройти еще в одном месте. Все-таки посмотреть. Найти тут кое-что мне надо. Мне надо попасть вот туда. Вон туда. Ой, током ударило. Кристальная окус, там рядом, короче, граната была. Меня током шипануло. Пришельцы. Угу, опять пришельцы. Все, короче, этого убили уже. Как его? Который на камни на базу. А ну как, загляни его профиль. Понял, о ком ты. А, он, короче, русский, английский и немецкий. Первый у него это язык русский, он, наверное, русский. Ну, если там написано первый язык, там русский, второй английский, третий немецкий. Значит, он русский. Пусть не прокачан, не знаю почему на меня, на меня упал. Ай, Дева Мария, ой, кисусто. Так, я тут кое-что подобрал. Осколочек, титанита взяли. Так, посмотрим. Как-то мне надо попасть вот сюда. Тут не попадем, да, получается? Ну-ка. Нет, тут нет. Может, здесь нигде нету? Не статью. Понятно. Так. Так, я пока вот сюда попробую пройти. Подальше чуть-чуть. У нас костер.
2 хп. Он туда. Блин, 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 вот надо сейчас задачку пришить. Вот она. Как у тебя ник читается? Ахиллес. Ахиллес. Да, этот, как его там... Его же звали Ахиллес. Ну, это там герой там, вроде, да? Ой, блин, это напали, Ахиллес, напали, да. Я пока тут сейчас закрутился. А. Да, в этой, в Древней Греции был такой герой. Ага. Воевал там все. Фильм вроде такой есть еще. В фильме есть трое, да. Как называется? Троя. А. Как же мне здесь на крышу-то попасть? Вначале не умеешь играть в игры. Вначале не умел и не умеешь играть в игру, которую ты купил. Потом посередине научаешься там, учишься там. Потом опытнее становишься. Ну да. А я опытный на 100% рассчитан. Ну да. Кайва Крейна поймали. Так, ну как же мне вот до той штуки добраться, а? Монета, и это все ради чего я тут таким подвигом стремился. Не густо. Так, посмотрим, куда мне еще можно тут. Яма пустошу. Подножие высокой стены. Поселение нежити. Вот там вот я только вот в этом месте не знаю. Пойду-ка я еще пооблазию одно местечко последнее сегодня. И, наверное, хватит на сегодня. Где может быть кольцо змея этого? Ага, вижу. Ух ты, какой у нас, а? Какой скелет у нас крутой.
Где висит-то она? Вот, на, где-то тут. Так, нет, здесь. Сейчас я поставлю лук. Лук. Попробую выстрелить. Оп. Оп. Посмотрим, что это у нас. Освещенный черный, красно-белый щит. Ну, посмотрим, что это за щит такой. Давай-ка мы его возьмем. Знаешь, женщина, которая играет в МГС, как я, типа, тоже опытная, как я. Чего так? Кто в Metal Gear так играет? Женщина, есть такая экстремия, тоже Леди Трич называется. А. О, я хрен его знаю. Она тоже, как я, играет. Так, ну здесь я вроде всю локацию обшарил. Надо вот последнее вот это вот место сейчас, где вот оно должно быть, вот кольцо. Может, что, просто куда-то в другое место его? Ах ты, не ёлка. Ладно, может, где-нибудь переходим локацию, нам не нужна она. Санта мерда, пинче Марио, чинка кулерда. Это на каком языке-то? На испанском. Санта Марио, пинче Марио. Так, ну нигде не могу что-то это найти кольцо, блин. И оно бы у меня было в инвентаре, думаю, если б я его взял. Чего тут нет ни хрена. Блин, не вижу.
нигде что-то, нигде. Короче, сейчас на стриме смотрю, все метро гирятся, опытные игроки смотрят. Леди Триш, Курнамир и Колян, который мне помогал прокачиваться. Мне рассказал про это все. Понятно. Чикаловерга. Мерда. Чикуля Менчингала. Чикуля Менчингала. 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 Как, мы тут теперь пойдешь? Да, сейчас все заканчиваю. Я вот последний момент вот тут ищу сейчас. Сейчас приду. Давай, пока, да. Хрена себе мне долбанула она тут. Так, где мы? Так, ну все, сейчас так, сделаю последнюю попытку. Ага. И хватит на сегодня тогда, получается, я имею в виду это. Dark Souls. Чингаловерка. Ничего себе тут одного пацана, 7000 побед. Mm-hmm. 7000, круто. 7636. Блин, у меня все еще 4000 там. Да тоже немало. Ну да.
попа пенит. Компания приползла. Долбани, ну давай, давай. Есть. Смог? Да, одну завалил, еще одна там осталась. Вон их ходит. Завалил, есть. Опять нету, ну неужели я ее брал, а? Блин, нету кольца, а? Да, обидно. Наши говорили Resident Evil 7. Ну конечно. Ты поиграл, нет? У нее. Кратышка этот, а?
Так, ну ладно, сегодня, наверное, заканчиваю стримить. Получается, что я не нашел сегодня это кольцо. Ну-ка еще раз я проверю инвентарь. Может быть, где-то все-таки оно есть. Кольцо жизни, кольцо света. Два кольца я какие-то сегодня нашел. Ну, среди них этого нету. Нету, да. Когда войдешь в Metal Gear, скажи мне, я когда приснюсь, покажу тебе новую ракетницу. Сейчас, подожди, буду выходить. Так, ну ладно, с вами был Ахиллес, Twitch канал Game Fun. Cool. До завтра, пока.